В день юбилея работников Петрозаводск-МАШа поздравил министр экономического развития и промышленности Карелии. 60 лет – внушительная дата, но поздравлять пришлось скромно. Поздравительный адрес от имени главы республики Артура Парфенчикова и почетные грамоты за добросовестный труд и достижение производственных показателей для сотрудников вручили руководителям двух предприятий – филиала акционерного общества АМ «Технологии» и литейного завода, которые сегодня оба носят название Петрозаводск-МАШ. Мы надеемся, что у нас будет возможность еще в торжественной обстановке в сентябре встретиться и подвести некоторые итоги, высказать слова поздравления, вручить еще государственные награды работникам вашего коллектива. А сегодня я с удовольствием вас поздравляю с юбилеем предприятия.